всегда нравится, когда машина едет назад. А когда она едет назад, у нее бывают такие ситуации, когда она может развернуться. А водитель категории number one, он сейчас развернется. Обратите внимание, травы много, грунт достаточно плотный. Он сейчас разворачивает машину. Обратите внимание, машина белая, не черная. И будет на меня ехать. Я к тому времени успею добежать до забора. Если не добежаю, значит, это видео не получится. Ну, сами понимаете, тяжелая ситуация. Страна в опасности. На Украине идет спецоперация, которая не спецоперация. Была возможность подлезть под машину, но мне не разрешили. Извините, выпускаем транспортное средство. Все, все, все. Средство выехало, и слава богу, конец связи.